Всем привет! На телеканале «Домашний» выходит новый мелодраматический сериал под названием «Качели под куполом». Трагическое падение разделило жизнь цирковой гимнастки Вероники Савойской на «до» и «после». В прошлом звездная карьера, любимый муж и долгожданная беременность. Сейчас инвалидная коляска, уныние и одиночество. Оказавшись практически на дне, Вероника пытается найти силы, чтобы заново выстроить свою жизнь, научиться ходить и вернуться в профессию. Знакомство с легендарным гимнастом Леонидом Пайлатовым, который когда-то поднял себя из инвалидного кресла, заряжает ее уверенностью, что она снова сможет блистать под куполом. Леонид становится ее партнером на этом пути, а потом и супругом. Премьера 4-серийного сериала «Качели под куполом» состоится 22 ноября на телеканале «Домашний».